всей смертью, смертью и смерть поправит сущего грабежа даровал. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыко, благослови. Я только что посетил то место, где произошла эта катастрофа. И там особенно чувствуешь масштаб трагедии и глубину человеческого горя. Детские игрушки, цветы, опаленные стены этого здания. Это все не может оставить человека равнодушным. Это все погружает даже того, кто не был сопричастен этой трагедии, в тяжелейшее душевное состояние. Я не мог приехать сюда сразу, как произошло это горе. Но тогда уже решил непременно быть вместе с вами в 40-й день, самый важный день после кончины человека, когда его душа предстоит Богу. И вот сегодня такой день. И сегодня у нас есть возможность особенно помолиться Господу о том, чтобы Он принял в свое небесное царство всех тех, кто погиб. Но сама по себе смерть была ведь мученической смертью. А мученическая смерть сама по себе вводит уже человека в божественное царство. Я думаю, что горе, которое пережили родные, близкие, родители детей, невозможно исчерпать никакими добрыми делами, никакими добрыми словами невозможно внести полное успокоение. Но есть нечто, что всем нам помогает преодолевать любое человеческое горе, в том числе и смерть самых близких людей. Только нужно ясно понимать, что смерти не существует. Через воскресение Спасителя нет реально никакой смерти. Мы сотрясаемся от скорбей, мы радуемся счастью. Но все это проходит, а вечность не проходит. Я познакомился с той информацией, которую мне дали в отношении предоставления помощи. Я отмечаю то, что эта работа совершается и совершилась во многом уже. Но дай Бог, чтобы забота о людях, обожженных этой трагедией, как-то вошла в сознание всех нас, особенно жителей Кемерово. И чтобы эта помощь, эта поддержка не ограничилась только вот этим временем, наступившим после гибели людей. И в этом смысле у меня особое слово к владыке Аристарху, ко всем священнослужителям, потому что именно Церковь оказывает поддержку людям, прошедшим через горе, на протяжении всей их жизни. Не 40 лет, не год, не 10, не 15, не 20, но до конца, пока горе будет мучить людей, Церковь обязана быть вместе с ними. Я очень прошу вас всегда помнить
почивших людей, скончавшихся в этой огненной стихии, возносить о них молитвы, а также возносить молитвы об их родственниках, об их близких, родных людях. А сейчас совершим нашу общую молитву. Помолимся об убиенных в огне и помолимся о тех, кто сегодня страдает душой, сопереживая смерть самых близких и родных людей. И да поможет всем нам Господь пройти через эти испытания и вынести из этого испытания такие уроки, которые бы помогли и стране, и обществу предотвращать в будущем что-то подобное. Помолимся. Благослови, святейший Владыко. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Христос! Господу помолимся. Еще молимся о покаянии душ усопших новопредставленных рабов Божиих, по огненной стихии во граде Кемерове погибших. Я еже проститеся им всякому прегрешению, вольному же и невольному. Когда Господи Бог учинит души их, где же праведни упокаяются? Представленных душ усопших рабов Божьих в огненной стихии, во граде Кемерове погибших. И вы же проститесь им всякому прегрешению, вольному же и невольному. Когда Господь Бог учинит души их, и где же праведни упокаяются? Милости Божие, Царство Небесного и оставление грехов их у Христа бессмертного Царя и Бога нашего проси. Рабов твоих в огненной стихии, в ограде Кемерове погибших, вместе светли, вместе злачни, вместе покойни, отнюдь уже отбеже болезнь, печали, воздыхание, всякое согрешение, содеянное ими, словом или делом, или помышлением, яко благий человека любец, Бог прости, яко нещ человек, и же жив будет и не согрешит, ты быден кроме греха, правда твоя, правда во веки,
и Слово Твое истина, яко Ты есть воскресение и живот и покой усопших новопреставленных раб Твоих в огненной стихии в ограде Кемерове погибших, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков. Новопреставленным рабом Божиим в огненной стихии в ограде Кемерове погибшим и сотвори им вечную память об этом нашем общем молитвенном действии, я хотел бы преподнести для всего святого храма образ святаго мученика-младенца Гавриила. Этот младенец был замучен врагами веры Христовой. Он был по возрасту такой же, как многие из детей, погибших здесь. Там причиной гибели этого младенца была целенаправленная злая человеческая воля. Здесь обстоятельства были другие. Но я хотел бы, чтобы этот образ стал каким-то, может быть, еще небольшим фактором, способным утешить тех, кто потерял своих родителей, детей. И вот у образа этого младенца Гавриила и нужно будет молиться особенно о детях, погибших в этом пожаре. Я хотел бы, Владыка, чтобы вы приняли этот образ, и здесь его частица мощей. Я хотел бы также каждому из родителей, из родственников, которые здесь присутствуют, тех, кто пожелает из моих рук принять икону, вручить икону с патриаршим благословением. И перед этим образом также совершайте молитвы о ваших почивших, близких вам детях и внуках.
Я, конечно, не знаю имен всех, но я думаю, что очень многие будут молиться вообще о тех, кто погиб в Киеве. Всем же вам я желаю мира душевного. Сегодня 40-й день, когда в каком-то смысле нужно остановиться в глубочайших переживаниях. Потому что сами по себе переживания, они соединяют человека с тем, как кто пострадал. Мысли постоянные, молитва. Но если переживания простираются далее 40-го дня, то они могут разрушать человека. Поэтому на место переживаний должна прийти молитва, посещение храма, добрые дела. Может быть, если бы мы все вместе творили больше добрых дел в масштабах всей нашей национальной жизни, то и жизнь была бы. Ошибки бы не происходили, преступления бы не совершались. Я хотел бы призвать благословение Божие на всю Кемеровскую область, на город Кемерово, на всех вас. Живите в мире. Живите без злобы в сердце. Злобой ничего не поможешь и не исправишь. Вместо злобы в сердце должен быть мир. А мир дает нам Бог. А Бог этот мир дает через молитву. Вот я и хотел бы всех вас призвать жить в мире, единомыслию, трудиться, чтобы Господь помогал каждому его личной, семейной жизни. И всем вам, как жителям Кемеровской области и города Кемерово. Пусть Господь хранит вашу землю, всех вас, ваших родных и близких. Христос воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе Христос!